Поэтому давайте все вместе поздравим. Мы ее уже поздравляем. Я пожелаю, чтобы побольше было таких футболистов, которые понимали с полуслова вас, особенно в упражнениях, и вам было легче с ними работать. Спасибо. Поэтому я думаю, что ребята тоже вам благодарны за ту работу, которую вы с ними проводите, и травмированы в том числе. Поэтому спасибо и вам как бы всего самого хорошего. Коридорчик, да? Нет. Да. 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 Да